Всем огромный привет, добро пожаловать на мой канал. Сейчас я приехала в магазин Оби, возьму с собой, немножко погуляем. Вот, и нам накрасилась вот этой помадкой Катрис. Вот, ну не сушит губы, пока нравится. Все, цвет, кстати, прикольный, да. Вот, так что иду гулять в Оби и возьму вас с собой. Весна, я не знаю, как покупать семена или что-то купить, рассады. И, в общем, сейчас все посмотрю. Что там есть, хочу еще цветок купить. Ну, посмотрим. Как вы уже, наверное, поняли, я снимала это все. Этот влог у меня был до 8 марта. Девочки, я очень извиняюсь за то, что я сейчас как-то вот очень редко выкладываю видео. Извините, но мне действительно, ну, мне просто необходима была передышка. Я буду сейчас стараться входить в строй, скажем так. Вот, как вы знаете, магазин Оби закрылся на территории России. Я не знаю, работают ли еще какие-то магазины, я не знаю, была ли какая-то распродажа. Я надеюсь, что все эти цветы, которые есть в магазинах Оби, они не просто выставятся куда-то на помойку, да, а найдут добрые руки, скажем так. Вот, но это, можно сказать, последние кадры из этого магазина. Очень жаль, я очень люблю этот магазин, но надеюсь, что за место него будут какие-то другие. Тот же Максидом, насколько Леруа, они же вроде остаются у нас. Я, если честно, не совсем в этом разбираюсь, но все же, в общем, погуляла, я покайфовала, очень люблю, еще раз скажу, этот магазин, и мне очень жаль, что он уходит с нашего рынка, но свято место пусто не бывает, тем более у нас находится он в таком месте, где очень много, ну, очень большая проходимость, скажем так, в этом магазине, так что да. Насчет создания новых площадок, Яндекс.Дзен, Рутуб, ну, как вы знаете, YouTube все грозятся закрыть, до сих пор не закрыли пока что, да, но раз вы смотрите это видео, то что я могу сказать? Конечно, я буду куда-то переходить, пока я пытаюсь сделать страничку ВКонтакте, я надеюсь, что к моменту выпуска этого видео мне удастся это сделать, просто я была там зарегистрирована, у меня старый номер телефона, и он мне не дает, в общем, зарегистрироваться заново, короче, в общем, целая там история, надо купить симку новую, завести где-то новый телефон, и тогда все будет отлично. Вот, тут, кстати, вот это вот я показываю такой отдельчик, где вот такие, ну, не очень хорошие, уже такие погибающие цветочки продаются. Но здесь можно, кстати, по очень хорошим ценам, можно было по очень хорошим ценам купить очень даже неплохие цветы, восстановить их. И я тут, кстати, часто сюда захожу. Вот, ну, заходила. Теперь уже можно сказать так. Вот, в общем, в любом случае, я постараюсь оставить ссылку ВКонтакте. Я понимаю, что Телеграм-канал, ну, не для всех, как бы я в нем там что-то ничего не разбираюсь, а страничку ВКонтакте я хочу ее зарегистрировать и буду вести ее на постоянной основе. Я не буду ее уже бросать, не буду делать так, как я поступаю с Инстаграмом, потому что Инстаграм я каждый раз обещаю его начать там вести, но у меня ничего все время не получалось с этим. Смотрите, какие классные вороны. Я, кстати, не нашла на них ценник, вот, но я думаю, что, наверное, 5 тысяч как минимум они стоят. Посмотрите, какая прелесть. Очень они мне понравились. Конечно же, я зашла в семена, купила не все семена, которые мне нужны, но ничего страшного, рассада, семена, цветы, все это можно будет приобрести и в той же ленте, и много где, и в Пятерочке я видела, продаются и семена, и рассады, и земля, и все, что хотите, поэтому здесь как бы никакой лично у меня паники на этот счет нет, вот, так что все отлично. Вот, так что постараюсь сделать страничку ВКонтакте, еще раз повторюсь, и напишу ее, ссылку на нее везде, где только можно. А вообще я везде буду регистрироваться, если что, под тем же названием, которое у меня есть здесь на канале. Но пока я остаюсь на Ютубе до последнего. Что, девочки, сходила в Оби. Кстати, QR-код не спрашивают. Ну, у нас 4 числа же вообще QR-коды отменят. Так что, да. Вот, единственное, что, короче, я поняла, мне нужен новый телефон. Мне пора отказаться от Apple, потому что телефоном Apple невозможно оплатить. Я же раньше, ну, всегда платила телефоном.
А карты у меня нет, представляете? Карта Сбербанк, ну, у меня Сбербанк. Сбербанк-то работает, но Apple невозможно оплатить, да, телефоном. Вы поняли, да, о чем я? Вот, и у меня карты моей нет, представляете? Потому что, ну, ее когда там надо было перевыпустить, я за ней не поехала. Только я так могу сделать. Муж у меня сейчас с мужем разговаривала. Он говорит, почему ты не получила карту? Я говорю, ну, блин, она мне не нужна была. Ну, короче. Вот, так что вот так вот. Вот такие вот пироги. Ну, ничего страшного, на самом деле. Вот. У меня у мужа Samsung. У детей Huawei. Так что, если что, вот. Буду только на Apple только снимать, и все. Больше ничего не буду с ним делать. Переставлю симки. Короче. Вот. Нужен Huawei. Мне, кстати, муж вчера посмотрел уже телефон Huawei. Новенький, говорит. Ну, твой Apple, Наташа. Вот. Он у меня, кстати, всегда был против Apple. Вот. Так что, да. Так что вот такая вот история. Ну, ничего, я оплатила, купила цветок. Я купила орхидею. Я вам дома покажу, что купила. И купила бамбук. У меня, кстати, никогда не было бамбука. Я знаю, что он быстро растет. Вот такой вот за 249 рублей. Вот такой бамбук. Еще там куча цветочков купила. Короче, и что еще? И купила вот эту орхидею. Это я купила учительнице нашей классной руководительницы. Вот такой пакетик упакую. Ну, это не единственный подарок. Там еще мы сертификат ей дарим на Озон. В общем, я купила остальным учителям в горшках тюльпанчики и тоже в пакетик красивый, ну, вместо букета, мне кажется, прикольно, вот, не знаю, все родители меня поддержали, мою идею, вот, так что, ну, просто тюльпанчики посажены, они уже вышли, они уже, ну, цветут, и, кстати говоря, их можно, если что, посадить повторно, вот. Вот такая вот история. Так что купила семян, девочки. Я не знаю. Меня, короче, куда-то понесло. Я, видать, расстроилась. Вот. На самом деле я не расстроилась. То, что Apple отключила вот эту вот систему, да, оплаты Apple Pay, или как она там называется. Мне уж пофигу, как она называется. Единственное, что у меня ежемесячно подписка на книги. Аудиокниги и все остальное. И, видать, она у меня не продлится, наверное. Я так думаю, может, как-то вдолго дадут. Я сомневаюсь, конечно. Но это единственное, что вот меня огорчает. А все остальное, это мне что? Мне пофигу. Мне муж наличку снимет, ну, со своей карты. И все. И я буду замечательно себе жить дальше. Так что как-то вот так вот. Вот, цветы подорожали. Девочки, реально цветы подорожали. Там такая огромная орхидея. Вот я сейчас вот эту орхидею. Вот эту орхидею купила за... за 799 рублей. Вот. А вот такая большая, огромная, она вообще 1700 стоит. Не, ну цветы, это уже преступление, да? На семена, наоборот, распродажа. Там все семена по что-то 20 рублей, 30 рублей. Я в прошлом году, мне кажется, даже дороже покупала. Все красные ценники на семенах висят, а вот обычные цветы реально подорожали. Я там, ну, я давно в Оби не была, да, там хотела один такой цветок, типа папоротника, знаете, но он и относится к семейству папоротников. Я один маленький купила на распродаже, ну, такой, листики у него немножко побитые, я дома покажу. А еще хотела такой чистый, вот он выглядит как папоротник. Я не помню, как он называется, точнее, я даже не знаю, как он называется. Хотела его купить. Он какой-то маленький, один, там, задрыпанный за 1200. Я что-то, помнится мне, они были по 700-600 рублей. Ну, короче. Не, ну цветы — это преступление. Ха, цветы подорожали. Так что вот так вот. Ну, ничего страшного. У меня, на самом деле, цветов много. Мне, в принципе-то, и не нужны цветочки, но очень хочется. Мне кажется, я все время весной радую себя новыми цветочками. Вот, сейчас поеду. Еще хотела поехать в Ленту. В Ленту поехать хотела. Но я уже не успеваю. Мне сегодня нужно своего младшего отвезти на занятия в школу. Вот. И нужно купить в садике масленицу. Они празднуют сегодня. Сегодня. Я вчера пекла блины.
Я, короче, вчера вечером вообще, я как представлю, что мне еще сегодня печь блины, и, в общем, я в ужасе, короче, у меня куртка грязная, вот, и, в общем, я ненавижу, короче, уже блины, вчера напекла целую гору, я не знаю, что 20, наверное, 15, 20, не знаю, и уже не считала, еще столько же своим домашним, они это лопали, все, в общем, кошмар какой-то. И сегодня опять буду снова вечером печь блины. И сейчас мне надо заехать. Мне нужно купить сок в школу, стаканчики, тарелочки и... Что еще? И что-то еще. Чтобы поехала я дальше. Записываю, девочки, такие хроники. Вот. Сейчас была в магазине. Он у нас называется магазин «Реал». Оплатила с телефона все. Я причем у девушки спрашиваю, ну вот у кассира, да, я говорю, у вас телефон оплаты принимает? Она говорит, а какой у вас банк? Я говорю, Сбербанк. Она говорит, все, говорит, нормально. Я говорю, вот у Воби была, я говорю, там оплаты не принимают с телефона, только с обычной карты. Она говорит, ничего не... Говорит, все, у нас все, говорит, телефоном расплачиваются, и все, говорит, и Apple'ом, и не Apple'ом. Так что я раньше времени паникую. Правда, у меня на этой карте, на самом деле, денег-то там кот наплакал. На самом деле, уже почти не осталось. Вот. В общем, все хорошо. А то я сейчас панику наведу, купила себе булочку. Как я люблю вот эти вот сочики. Как он, сочин, правильно называется, с творожной начинкой. Вот этой марки Оладушкин. Девочки, это... очень-очень вкусно. Сейчас поеду заберу сына и младшего. И по дороге буду есть булочку. Потому что я сегодня только позавтракала, а время уже 4 часа. Почти 4. Без 20. Так что все нормально. Сейчас приеду, на остатки денег что-нибудь с Вальберес себе закажу. Или с этого, как его, с Озона. И все. И можно не париться, потому что муж мне сказал, что он мне наличку снимет со своей карты. И говорит, и все. Так что у меня денег все равно нет. И мне все равно. Как-то так. Не, на самом деле у меня на счету очень мало денег. Это... У меня даже никаких нет там, знаете, накоплений и всего остального. Я вообще такая. Мне только дай. Я все потрачу. Как-то так. Вот. Так что все хорошо. А то я тут панику навела. Как обычно, знаете. Вот. Так что все хорошо. В общем... Еду дальше. Так, ну что, девочки, приехала я домой. Давайте покажу, что купила. Давайте я начну с цветочков. Купила вот такой цветок. 399 рублей. Но он такой, видите, немножко листики такие вот. Вот здесь вот, видите, пятнышки такие на листиках. Ну, это ничего. Я его попробую реанимировать. Поэтому 399 рублей нормально. Вот так называется. Какой-то нидус, асплениум нидус какой-то, не знаю. Вот, я почитала в интернете, что это типа разновидность папоротника. Не знаю, насколько это правда или нет, но, в общем, будет у меня жить. Купила, я не помню, говорила там в машине или нет, купила себе вот этот бамбук. Я его хочу не в воде держать, а я его хочу посадить. Вот такой лаки прямой какой-то. Вот, стоил он 249 рублей. Вот. Еще я купила лук. Но смотрите, он уже начал прорастать. Я хочу посадить его в горшочек и поставить на окошко. То есть я хочу вырастить его на окне. Видите, прорастает. Короче, хочу попробовать. Поэтому купила вот такой. Прям будет зимой это прорастать, он будет и прям брать. Да, буду кушать прям. Вот, в общем, вот такой вот лучок. Какой-то, не знаю. Вот. Но он, кстати, очень прям пахнет луком. Прям вообще. Так, и семена. Огромное количество семян. Я что-то прям психанула, девочки. Вот. Давайте начнем с помидорчиков. Тут у меня, правда, кое-что зацесалось, цветочек. Вот. Купила помидор. Это у меня, кто меня смотрел летнее мое видео, у меня маленькая тепличка, да? Но я, короче, напокупала. Вот, купила какие-то, ну, я с учетом еще того, что какие-то, может, не взойдут, какие-то где-то у меня там погибнут и так далее. Купила вот такие томат Маруся, вот.
Это, по-моему, я почитала что-то типа... В общем, не знаю. Короче, я вот по какому принципу я выбирала, я, девочки, не знаю. Я поэтому просто вам покажу. Значит, вот такой какой-то томат для внучат. Ультраскороспелый. Дальше. Вот такая, ну, это черри, да? Томат карамель красная. Для тех, кто любит послаще, это как раз для моих мальчишек. Они очень любят у меня помидорки черри. И обычный вот такой томат императрица. Средне-ранние, плоды ровные, плотные, очень красивые. По какому принципу выбирала? Я не могу вам ответить на этот вопрос, как я уже сказала. Так, дальше. Купила перцы. Вот такие. Ой, не знаю, что это. Какой-то Иола Вондер какой-то перец сладкий. И вот такой вот перец еще сладкий. В общем, сейчас буду замачивать все. Ну, не сегодня, конечно же, уже потому что у нас уже вечер, уже 8 часов. Вот такое еще красное чудо. Дальше, что я купила? Купила, конечно же, огурцы. Купила вот такие огурчики, какие-то кураж. Вот, видите, не требует опыления. Ну, в общем, и вот такие вот. У меня были в прошлом году... Один, по-моему, или два кустика вот таких длинных. Мне очень понравились. И я решила снова в этом году взять. Хорошо, так один взял, сорвал и салатик покрошил. Дальше я купила баклажаны вот такие. Ну, попробую их вырастить из семечек. Не получится, возьму рассады. Вот такие вот. Мечта огородника какая-то. Баклажан Байкал. Ну, в общем, раннеспелый, да. Вот, здесь какие-то малосеменные, я подумала, что это очень хорошо. Не первый год уже покупаю именно вот этот горох, именно вот этот, он очень крупный, сладкий, очень вкусный. Его хорошо еще также брать на заморозку, вот я его замораживаю, он вообще обалденный. Купила две упаковки, чтобы и мои мальчишки поели, и осталось на то, чтобы заморозить. Так, редиска вот такая вот у меня. Ну, разная. Я ее сею и в теплицу, и в грядку, везде. Мы любим редисочку, поэтому ее много не бывает. Какой-то французский завтрак. Вот такая вот. Так, дальше, что у меня здесь? Немножечко вот купила. Это я хочу посадить в горшке. Видите? Подходит для выращивания в горшках. То есть я взяла лучок и думаю, почему бы мне не взять такой же укропчик. Супер будет. Ну, вот это я уже уже буду в огород вот это сажать. Также я взяла тыкву. У меня семена кабачков еще есть. Мне нужна была тыква. Взяла вот эту. Я очень люблю вот эту тыкву по вкусовым... по вкусу, да, мне очень нравится. Видите, она сладкая, с повышенным каким-то содержанием. В общем, попробую в этом году. Первый раз буду сажать. В общем, первый раз буду сажать тыкву. Не знаю, получится или нет, но кабачки у меня обычно хорошо растут. Еще свеклу вот такую купила. Хотя у меня еще с прошлого года, кстати, семена остались. Еще морковку вот такую вот, какую-то Дуняшу. У меня тоже с прошлого года еще семена остались морковки. И цветную капусту. Единственное, что у меня... проблемы с рассадой цветной капусты, потому что у нас в доме жарко, и она у меня часто рассада, то есть она у меня вся всходит, но рассада в итоге гибнет. Просто рассады в обе, по крайней мере, не продают. Продают только белокочанную капусту. Я, кстати, хотела и белокочанную, но что-то я до нее не добралась. В общем, вот такую вот гору семян я купила. Но на самом деле, вот так вот смотришь много, а по факту получается, что все нужное, да, и не так уж и много. Там пакетик всего лишь, да, вот морковки. И еще я не купила никакие салатики, всякую зеленушку, я чуть позже поеду. И еще повелась, взяла вот такой вот цветочек, попробую вырасти. Это однолетник, это, ну, декоративный подсолнечник. Я тут, когда мы гуляли с собаками летом, видела у одних вот такой вот подсолнечник, ну, подобный, по крайней мере. И мне так понравилось, я тоже захотела. Вот. Вот такой вот декоративный однолетний. Попробую его сделать. Вот. Ну, и тут цветочки, это мне уж так очень захотелось. Вот. В общем, я сейчас пойду жарить блины. И все, время 8 часов, у нас, видите, уже темно вовсю.
Вот, и я что-то сегодня очень устала. На самом деле, я потом заходила в несколько продуктовых магазинов. Вот говорила вам про магазин Реал. И еще заходила в Пятерочку. И везде смогла оплатить телефоном. Я не знаю, мне кажется, это какой-то сбой только у Оби, потому что... Но мне вот так вот и сказала продавщица на магазине «Пятерочка», когда я у нее спросила, она говорит, нет, у них была точно такая же проблема, но только с банком ВТБ. А все остальные говорят, ну, нормально. То есть это, говорит, наверное, у них какой-то единичный сбой или что-то в этом духе. Но я думаю, что к моменту выпуска этого видео уже, наверное, вообще все будет отлично. Так что вот так. В общем, пошла я жарить блины. Вот. А на сегодня уже буду с вами прощаться. Я надеюсь, что вам понравилось такое видео. Оно было для вас полезным и интересным. Не забывайте подписываться на мой канал. Всех люблю, целую. До новых встреч. Вот, напекла блинчики. Это в школу. Блинчики. А это все, что осталось. Я пока пекла. Вон она тут. Рабочая. Уже всем привет, да? Дала ей кусочек блинчика, ей нельзя. Ну, дала, уж очень она любит блины у меня. Вот, а это все, что осталось от того, что я напекла для дома. Ну, для своих домашних. В общем, завтра им на завтрак будет. В общем, в самом деле, блины эти уже снятся мне. Вчера такую же стопку я напекла, может, чуть-чуть поменьше в садик. Вот это теперь в школу. Ох, да, люблю блины. Мне кажется, я их уже месяц точно больше не буду печь. Вот. А пеку я их обычно. Молоко, мука, яйцо, сахар, соль. Все, никакую ни соду, ничего не добавляю. И вот такие вот они у меня получаются. Тут вот у меня из остатка. Время уже 22:02. Вот. И закончила. В общем, сейчас пойду уже мыться и спать.